друзья, нашелся кемпинг на берегу. Но нам нужен хороший подъезд к реке. Здесь очень хорошо, здесь пляжи песочные, но мне нужно лодку спускать. Поэтому, наверное, мы отсюда поедем. В общем, история такая. С одной стороны, вроде бы место нашел, где можно слепануться. Тоже стоит пляж, кемпинг. Но с другой стороны, при подъезде я застрял. Здесь такой песок, что с этой стороны вот заезд. И, конечно, у меня Opel с автоматической коробкой закопался. Она-то механика закапывается. Но с автоматом закапывается еще лучше. А так вот место, ребята, стоят. Там хорошее местечко, можно было бы скинуться. Что дальше делать, пока не решил. Никто пока вытащить не может из тех человек, которые стоят. Ну, во-первых, тут им самим опасно подъезжать. Во-вторых, у них как-то машины не приспособлены для вытаскивания. Остается только ждать и искать, спрашивать, чтобы кто-то помог вытащить. Я бы, конечно, мог сам пытаться что-то подкладывать, пытаюсь, но я боюсь, что эти все испытания, попытки выехать, обернутся только окончательным закапыванием с посадкой на пузо, как обычно бывает. Поэтому я решил уже не дергаться, надо, чтобы кто-то дергал. Вот так. Ну вот, нашли место. Такой здесь кемпинг рядышком, дикий. Там у нас Чебоксарское водохранилище, с деревьями виднеется, песочек. Машину оставлю тут, сейчас соберу лодку и вот к воде и пойдем, наверное. Вообще место хорошее, здесь можно прямо отдыхать вот здесь. Вот хорошо, здесь такое кемпинговое местечко. Так, отходим, ребята. Мой Волка уже сидит в лодке. Трогаемся. Натягиваем. Это случай. Там Амаксарские острова. Куда нам и надо?
центре Чебоксарского водохранилища. Вот этот остров. Смотрю, много отдыхающих на нем. И это тот самый остров, где затоплена баржа. Там такой залив в центре острова, и там затопленная баржа находится. Вот. Но нам вначале нужны Амаксарские острова. Это вот с этой стороны начинается этот архипелаг. И мы сейчас туда идем и будем смотреть. Типа костер. Типа костер. Вау, вау.